американцы пришли. Здравствуйте, друзья американцы. Итак, ребята, это начало моего стрима. Танцуют все. Песня 2009 года. Танцующий мальчик в чате, я не понял. Я нахуй эти, блядь, смайлики для вас нарезаю, сижу, блядь. Заканчивается, я переключу. Глаза закрыты, делай, что хочешь, ночью открытий. Темная ночь, белые простыни, это нон-стоп, ты станешь воздухом. Девочки, не стесняемся, приглашаем мальчиков на танец. Мальчики, тоже не стесняемся, приглашаем девочек и мальчиков тоже. Опа! Я закрыл случайно. Блять, да как так получилось? Диджей опозорился во время сета. Жестко, блять, смотреть всем. Бля, я перенес на другой экран, блять, а он остановился, бля. Ну, слава богу, у меня... Опа! Вы готовы? Оп! Музыка, громче, глаза закрыты. Это
я сегодня контент придумал на стрим, наконец-то. Бля, ребят, гениальный, простой, но гениальный контент. И этот контент читать канаты, да. Вообще, ну, не запускать никогда стримы, мне так нравится. Опа! Мозетон. Не, это скучно, согласен. Сейчас что-нибудь найду, блядь. Блядь. Пошел! We'll be right back.
first beat is right on time. Is right on top. Я не могу. Бля, ну это реально хайп, ребят. Это хайповые музыки. Я ненавижу Братишкина. Братишкина, я ненавижу Братишкина. Блять, Братишкина, ненавижу Братишкина. Братишкина, ненавижу. Братишкина, Братишкина, ненавижу Братишкина. Братишкина, ненавижу Братишкина. Братишкина, ненавижу Братишкина. Братишкина, так разгонял долго к этому дропу, это ж так, бля, пиздец, там разгон длиннющий, потом пиздец, понятно. Утро среды меня мама разбудила, но не в школу, а чтоб шел быстрее на стрим я. Там будут все и взрослые и дети. Я хочу, чтобы это каждый тут заметил. И перед стримом захожу в другой чат, чтобы быстрее туда написать ту самую фразу, за которую банят так тупо. Ненавижу, сука, всех ДК, всех ДК, всех ДК, всех ДК, всех ДК. Было б неплохо, правда. Но я прошу, ну пожалуйста, плиз. У меня есть одна информация, что тебя ебали в рот. Здравствуйте, дорогие дамы и господа, добро пожаловать ко мне на стрим, меня зовут Данила Кашин, как обычно, ребята, забыл музыку поставить, подставляйте лицо, ребят, подставляйте лицо, опа, опачки, блядь, все, здорово всем, блядь, это мой стрим кислотный, пошел. Ну, сука, я и дурка, конечно. Здравствуйте, здравствуйте. Чего вы экаете-то? Подумайте, ну, подумайте, ребят, я ж любя, господи, естественно. Я очень уважаю свою аудиторию, люблю ее больше жизни, там, ну, да, вся хуйня, короче, этот залив ваш. Вот это ДК, скиньте конфликт. Поехали, кто про меня что сказал в интернете, блядь? Кто про меня что пёзнул в интернете, скажите, блядь? Сейчас будем разбираться. Сейчас будем разбираться. Сразу же с конфликтов начинаем, ребят. Чё там, блядь? Вот это ДК скиньте. Вот это ДК скиньте, отправьте. Я ему сейчас даже в чат отправлю, пусть реагирует, блядь. Это вообще пиздец.
я пишу про тебя флаг. Ты будешь ко мне, это будет здорово. И будет счастливый конец. И будет дэнс, будет секс. Вот это надо, блядь. Это хорошо. Он стримит, блядь. Нет? Нет. О-о-о-о. Что, не стримит, блядь? О, о, так. В эфире. Сейчас там я. Блядь, меня сейчас забанят за ссылку. А, у него начало только. 88, блядь, зрители. Вот они, ютуберы, блядь. Это правда, блядь. Здравствуйте, господа. Я сегодня придумал... контент на стрим, ребят. Я придумал контент на стрим. Я сейчас собирал песни на начало стрима. Ну, просто, знаете, чтобы вначале пофлексили жестко. Вот. О, мне какой-то инсон, да, 1337. Рейд на 6 человек. Спасибо тебе большое. Дайте бог здоровья. 6 мегачелов пришло. Так что надевайте колпаки. Спасибо за рейд. Вот, короче, это... собирал, короче, но я просто в старой аудиозаписи, блядь, громко, да, орёт, пиздец. Короче, я собирал, не, лучше гейры включу. Собирал старую, короче, музыку, просто аудиозаписи свои отсортировал по старым. А там столько моих демокс, ну, этот, старых. Ну, короче, я их все плейлист собрал, ребят, сегодня будем слушать. Я это никогда не делал, я, может быть, чуть-чуть только так делал. Вот, я никогда на стриме не слушал свои старые демки, прям самые старые, знаете, вот прям которые 2010-2009 года. Так что сегодня будем хуярить, слушать, буду позориться, пиздец. Ну это позор, ребят, я там несколько послушал, я, естественно, полностью не слушал. Так, слушал, ну, который более-менее слушабельный я выбрал, да, есть вообще, который пиздец. Выглядит все роскошно, спасибо большое, спасибо, ребята. Вот. И, короче, ну там прям кринж, пиздец, блядь, некоторые песни просто ужас, не, будет заебись. Посмотрите, с чего я начинал, на том и закончил, нахуй. Да, сегодня у нас, ребят, гендер-пати, сегодня мы узнаем имя ребенка, пол, точнее, ребенка, но это позже. Лагает, чуть-чуть капельку лагнуло, но я надеюсь, сегодня не будет. Под диджейскую стойку срочно требуется. Че в куртке сидишь, ну я сегодня такой... Это, кстати, куртка охранника. Ну, она просто такая стильная, бля. Фотолупы конопатые, сам конопатый, нахуй. Сколько раз пукал в кресло? Много-много. Я часто пукаю, у меня есть такая хуйня. Пиздец, что с освещением? А что у меня? Что с освещением? Ребят, все в порядке? Ну, меня видно, все нормально, типа... Сейчас я сам посмотрю. Да вообще красота, вы чё? Где очки? Сегодня без неё. Да, по-моему, всё нормально, да? Я просто немножко подкрутил, но вы заметили, я уже второй или третий стрим с одной и той же цветокоррекцией, наконец-то. То есть я выбрал, наконец-то нашел, блядь, цветокор, который мне нравится. Но, правда, света маловато, реально говорю. Вот, но это надо вообще перестановку полностью делать, так что пока что в тех условиях, в которых я нахожусь, это лучшее пока, наверное, что я накручивал. Уравно определился, не горите, блядь. Так удобно вообще, в начале стрима садишься, просто за 20 минут все подключаешь, свет, блядь, настраиваешь стрим и включаешь, пиздец, а не 2 часа. Вот это заебись, блядь. Ты волосы отращиваешь, чешо, блядь. Да не, мне просто в лом стричься, реально, надо пойти. Света мало, купи еще. Да не, уже когда квартиру когда-нибудь, нахуй, куплю, вот тогда туда света наебошу. Вы тоже ненавидите Братишкина, ребят? Тоже не переношу его нахуй вообще. Сосал чупики? Да, конечно, конечно, ребят. Хорошие вопросы, ребят. Спасибо большое. Видно сразу взрослая, вдумчивая аудитория, с которой можно общаться. Хуйню меня спрашивают. Прошу прощения. Не стригись. Я что, у вас совета спрашивал, блядь? Ты пил кефир? Сука, блядь. Блядь, нахуй я врубаю эти ебаные стримы, вот эту хуйню слушаю, это понос детский, блядь, я не могу, нахуй. Реально, врубаю стрим, ты пил кефир, а ты пукал? Блядь, пиздец, нахуй, блядь. Играл с Бэби Джоном, блядь, пиздец, нахуй. Что думаешь насчет квантовой теории поля? Блядь, такие вопросы детские, пиздец, блядь.
Второй класс. Как тебе сельдерей? Кстати, неплохо. Как там смузи? Нормально. У меня вообще, у меня весь холодильник в овощах и фруктах. Но я сорвался недавно, я жрал, два, по-моему, дня я жрал фастфуд. Ты ел песок. Бля, идите нахуй, короче, я завершаю стрим, это пиздец. Все, давайте, короче. Это пиздец, бля, хуйню слушать вечно, да? Ну ладно, ладно, ребят, конечно, как же я без донатов уйду? Как же я, блядь, деньги не соберу, уйду, вы чё, нахуй? Вы, за кого меня держите, ребят, конечно, блядь. Как же я без донатов уйду? Чё ты ржёшь, блядь? Дань, ты писал, да? Бля, я очень хочу показать вам свои старые песни. Знаете, сколько я набрал? Знаете, сколько я набрал демок? Ну, не демок, а песен старых. 30, нахуй. Прикиньте, 30 плейлист получился. 30 песен, блядь. Бля, ну это будет, ну, кринж, пиздец. Я вообще, я свои старые работы, я на себя старого-то смотреть не могу. А тут это самое, блядь. А то, представляете, песни нахуй свои слушать. Это же просто пиздец, блядь. Чё, с пятихатки кто-то залетел? Да ты шо, блядь? Ебать, донатов уже налетел. Алисочка кондиционер, здравствуйте. Микрица, клёвый чел. А, который следующий, да? А... А имя ребенка когда узнаем? Никогда. Эта сука тянет лыбу, как прикольный хэндшот. Так слезы неудавно прочухал то, что ты только что понял. Снимай обувь, молись Богу на тебя. У него толлер. Я боюсь только бутырки, ты боишься играть доту. Нахуй копов, нахуй понты, нахуй все, кто на работе. Договор подписан. Все, я думал, ты дальше петь будешь. Как настроение? У меня вот полная хрень. Спасибо, Микрица, отличная песня. Меня радует, это твой стрим и наша всеобщая ненависть к братишкину. Спасибо большое, мило хуило. Надеюсь, что у тебя сейчас поднимется настроение, я над этим постараюсь. У меня сегодня настроение хорошее, достаточно такое. Я сегодня проснулся, ну, в 2 часа, но для меня пока что это уже рано, уже прогресс есть. Так что вот, да, братишкина я ненавижу. Договор подписан. Я рот твой ебало. Договорились, вишневый сок, спасибо большое, я чувствую отдачу от аудитории постоянно, мне это нравится. Запомни, Моника, передай привет Алисочке Субару. Да, Алисочке Субару передаю привет, хорошо, Полина Чипс, запомни, спасибо большое за донат. Можешь афнут, пожалуйста, я не хочу тебе донатить просто, хочу опять пойти донатить тоже. Да ты мне только что сказал, что мой рот ебал, я тебя что, думаешь, не запомнил? Скажи от моего лица, что я люблю чач хиканов, а-з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 а-
Дима. Рад тебя видеть, Даня. Надеюсь, что у тебя все нормальные, ты находишься в безопасности, дружище. Ну, не скажу, что прям... Ну, я там же нахожусь, где и был, реально, пока никаких действий не делаю. Осуждаем. Ну-ка, Наташка Черепашка. Привет, пап. Удачного стрима, меньше, чем ты, и давненько я не донатила. Хихик, поздравь ПЖСДР, мою подружку Олечку Мергоязову, меньше, чем Олечку ты, спасибо. Олечку Мергоязову поздравляю с днем рождения, счастья. Скажи, и благополучия. Скажи, чтобы чайка не грустила, потому что ВС рано или поздно наладится. Да, Алена, все еще забудется, Алена, все еще наладится, я тебе серьезно говорю. Алена, поверь мне, моему опыту многолетнему. И песня Джарахова. Нексус, спасибо за 500. Ебать, да донат. Кучатик, привет любимым девочкам из Шелби Сквад. Люблю вас очень, Даня, прости, не заметила, как дела. А да ничего страшного, да нормально дела. Передаю тебя, привет как? Данилу Кашину. Заслужил. Блять, у меня боты нахуй, ребят, у меня боты в чате. Эти модеры, работайте. Даню, точка, боты в чате, вы смотрите, ебашьте их. Как поживает твой лейбл Декспота? И можно мне приветик? Договор. Бля, сейчас подписан. Я перечитаю донаты. У меня в городе есть мясная лавка, которая не работает по средам и субботам. Может, сам признаешься? У меня в городе есть мясная лавка, которая не работает по средам и субботам. Может, сам признаешь? Ну да, я делаю мясо. У меня мясная лавка, потому что я делаю мясо, блядь. Это правда. Здравствуйте, хотел тебя спросить, как поживает твой лейбл Dixpot? Отвечал совсем не два стрима назад на этот вопрос. И можно мне приветик? Да, конечно, тебе приветик просто, Максим. Максор... Максорн, я не знаю, как твой ник читается. Dixpot, ну, она работает, если что. Dixpot ебошит, просто без моей информационной поддержки, так скажем. Потому что я, видишь, два года вообще ничего не делал. Вот. И сейчас стараюсь как-то в ритм войти музыкальный, да. Ну, типа, музыку писать начать. Ну, на конвейер ее поставить, так скажем. Поэтому, когда я со своими делами разберусь, естественно, Dixpot и займемся, никуда они не денутся.
Так, передаю привет Данилу Кашину, заслужил. Спасибо, Полина, чипс большое. Договор. Чего вы плюсики пишете? ББ, ребята, я в институт. Через 3 часа вернусь к вам смотреть не времени. На! Договор. А я не верю, я, наверное, не буду смотреть. Передаю привет Даниле Безняка, Ксюше Соль, Чаке, Лере Венере, Сити Бушечке. Люблю их всех так же, как Даня ненавидит братишек. Спасибо большое, Полина Чипс. А вот давайте, ребят, если вы будете приветы передавать просто от своего лица, чтобы донат зачитал, я такой, угу, спасибо за донат, и дальше пошел, чтобы я, ну, не проговаривал ничего. Это было пиздато. Привет, Пинчик Папа, как же мне скучно было без твоего стрима. Ничего, ребят, все решили, вопрос решили, не переживайте. Привет, Даня. Наконец-то моя первая песня выходит 6 числа. Наконец-то. Просто позорище, если честно. Кстати, можно для мема перебить твой снипет? Договор. Снипет нет. Также хочу передать привет Сис Балбисине, Алисе Звездочке, Микрице, Эф, Арине Вроде и всем админам. Люблю чаще больше. Во, вот это я уважаю, когда вот так привет передают. Во-во-во. Куданечка, мне надоело быть Ангелиной Скотиной. Придумай мне другой модный ник. Нет, ты будешь Ангелина Скотина до конца жизни, тебе серьезно говорю. Купак, кучач, лови копеечку. Кстати, кто не знал, донат продлевает жизнь. А еще я люблю Мкомф. Спасибо, привлекательная пчелка. Вот это я уважаю, это я реально. Привет, уважаю. Пап. Мы с клоунягами сделали крутой трек про братишкина. Послухаем. Ха-ха, сейчас послушаем, блядь. Вот когда его гнобить, я люблю, блин. Оп, аноним, нихуя себе, боже мой, аноним. Даня, ты лох. Да сам ты лох, блядь, аноним. Я думал, ты мне там скажешь, договор типа, вот этот ты крутой. Бля, какой нарядный сидит. Удань, кучачик, залетаю на стрим тупо. Спасибо большое, Дарья Магнитофон. Я нарядно сегодня надел куртку. Блядь! Салам, братишка. Куч. Вот, это... Ну, блядь, сама определишься, да чё я поделюсь, я, блядь. Я просто... Не будь чё делать. Да нихуя я не знаю. Ты навечно хуйня, Вовочка, не Илья. Прошу свались с окна, я прошу свались с окна. Я к чему осуждаю. Это возня? Ты полная хуйня. Прошу свались с окна, я прошу свались с окна. Ва-в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 а